إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله يا وزوي الشيء чтобы вы боялись Аллаха должным образом и والله судний день это таква и богобоязненность будет решать ваше местоположение в аду или в раю. Ва баъду, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую наших братьев Ахлю Сунна, мечети Ахлю Сунна, праздничный день пятницы. И для этой встречи я выбрал, можно сказать, самую наболевшую тему. Это тема, почему Аллах нам не дает победу. Почему опаздывает победа помощь Аллаха? Конечно, Аллах нам в Коране указал все наши ошибки и указал причины, по которым можем мы получить победу и помощь Аллаха. Первое, то, что мы в таком положении находимся, Аллах в Коране сказал: «Вама асабаткум мин мусибатин фабима касабат айдикум». Любое горе и несчастье, которое вас постигло, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ за ваши же грехи, которые ваши руки делали. И в Аллахе, мы знаем, везде, где есть мусульмане, в основном почти во всех странах, арабских странах или исламских странах, мусульманам делают зульму, мусульман убивают, кого-то сажают, издеваются, лишают их прав, обычных человеческих прав. Но основная их причина, это причина то, что мы грешим. В Аллахе наши грехи. И то же самое, то, что в Дагестане творится. То, что наши несчастья и беды мусульман, это за наши грехи. Для этого самый такой яркий пример из истории. Такая ситуация была, когда монголы-татары захватили Багдад, пленили семью халифа, убили самого халифа. Все книги, библиотеки бесценные, бесценные вот, наследие наших предков, ученых, они в реке Нил, они закинули фурат, все, вся вода почернела, от как чернил, и от крови мусульман, сотни тысяч, миллионы мусульман были убиты. В этой ситуации дочка правителя этих монголо-татар говорит: приведите мне, кто ответит мне на мой вопрос. И они привели ученого. И она говорит: разве Аллах не помогает лучшим? Тех, которые на истине. Вот же Аллах нам помог. Мы же победили вас, значит, мы на истине. И этот ученый говорит: вы не на истине. Вы, говорит, у каждого пастуха есть своя собака. Когда овечка ослушается пастуха и убегает от него, он за ней посылает собаку, чтобы вернуть ее в стадо. Вы тоже такие же собаки Аллаха. Когда мусульмане ослушались Аллаха, Он, Аллах, вас послал, чтобы нас вернуть в свое стадо, в свой джамаат, в свой ислам, за рамки шариата, чтобы они вошли в рамки шариата, чтобы не выходили за рамки шариата. В Аллахе мы вышли за рамки шариата. У нас даже не то, чтобы у нас был здесь шариат и халифат. У нас в семьях нет этого шариата. У нас внутри нет этого шариата. И пока мы сами внутри этого халифата не построим, внутри себя, внутри семьи, вокруг нас ничего не поменяется. Может быть, правители будут меняться. Они будут разные. Вчера Хумейд, сегодня Ахмад, завтра Зубей. Разницы нет у меня. Люди меняются. Но эти правители из нас. И какой народ, такой будет правитель. Если нас станет большинство, и мы будем большинство бояться Аллаха, и будем соблюдать ислам,
рано или поздно один из нас придет правителем. И Аллах может нам даст победу. Но проблема мусульман, я сейчас буду говорить, проблема основном мусульман единобожников. И так называемые, которые хотя бы читают намаз. Традиционные мусульманы себя называют. Первое. Простой хадис. Очень простой хадис. Он был рассчитан на Ибн Аббаса. Человека, который чуть старше 10 лет было. Когда посланник Аллаха умер, Ибн Аббасу 14 лет только было. И он ему завещал. Это простой хадис. Этот простой хадис традиционные мусульмане до сих пор не освоили. А продолжение хадиса мы тоже с вами не освоили. Мы будем говорить, иншаллах, часть наших болезней, болезнь наших сердец и болезнь нашего общества, по причинам которых Аллах нам оттягивает победу и помощь. Потому что хутба, она короткая бывает, мы не успеем их всех затронуть. Но мы постараемся, иншаллах. Частично, хотя бы затронуть, самое важное. Это, начнем с этого хадиса. И пока этот хадис мы не поймем, Аллах никогда нам победу не даст. Первое. И она в основном обращена тем традиционным мусульманам, которые ваши отцы, ваши деды, наши родственники. И они, может быть, вы передадите им это, иншаллах. Это завещание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, своему двоюродному брату Ибн Аббасу. Ему, может быть, в то время 12-11 лет было. И это завещание каждому мусульманину, который находится и в России, и за ее пределами, и в Дагестане. Он говорит, хадис рассказал Бухари, он достоверный, его оспаривать вообще смысла нет. Хадис почти все знают, но она очень важна. И надо понять суть. «Я гулям, о сынок», говорит посланник Аллаха Саласа. «Иза саальта фас алиллах». Если ты просишь, проси Аллаха. Аллах очень простое завещание, правильно же? Просить Аллаха и никого. Как тяжело традиционным мусульманам просто вот этого даже придержаться. Столько отговорок и ложных хадисов люди придумывают, чтобы кроме Аллаха кого-то еще просить. Очень просто. Если у нас единобожие чистое не будет, Аллах нам не даст победу. И Аллах твои амалы тоже не примет. Аллах говорит, кто будет предавать мне сотоварища, ла яхбит анна амалу, я его все дела делаю с тщетными. Ни один амал не приму его. Это очень опасный грех. Но шайтан им это приукрасил, я не знаю, субханаллах, этот хадис они же читают. Это хадис Арбаина, имам Навуи, который написал сборник, 40 хадисов, она там есть. Сады праведных, Бухари, она везде есть. Или они ее читают и мимо пропускают. Но нам тоже надо понять. «Ва иза саальта фас алиллах». Если хочешь просить кого-то, проси Аллах. «Ва иза стаанта фас таин биллах». Если хочешь помощи от кого-то, проси Аллаха. Вот эти две завещания, если запомнят каждый традиционный мусульманин и общий мусульманин, это основа. Это основа единобожия поклонения. Идем дальше. Основа единобожия в господстве, которым мы постоянно совершаем ошибку. Знай, сынок, говорит, если люди и джинны соберутся, чтобы тебе навредить хоть чем-нибудь, то знай, они никогда не навредят тебе, кроме того, что Аллах тебе предписал. Это наша болезнь. Это болезнь мусульман. Общая болезнь тех, которые призывают к Аллаху, в частности. Потому что они боятся, что кто-то им навредит, когда скажет хак. Когда будут говорить истину, что им кто-то навредит. Посланник Аллаха говорит, никто тебе не навредит, кроме того, что Аллах предписал. А если Аллах тебе предписал смерть, то она тебя настигнет и в постели, и в замке, и каких бы ты ни было там бронежилета ходил бы, Аллах тебя настигнет. Это не значит, что причины не надо делать. Это наоборот надо причины делать. Но это значит, что нельзя истину оставлять. Это значит, нельзя призыв к Аллаху оставлять. Призыв к единобожию оставлять. Также посланник Аллаха продолжает. Знай, если люди соберутся и джинны, и захотят тебе сделать какую-нибудь пользу, то никто тебе пользу не принесет, кроме как Аллах. Простая истина, которую в Аллахе не можем понять. И все думают, кто-то нам должен помочь. Если он поможет, сделаем. Если кто-то придет, Махди придет, там все будет нормально. Все кого-то ожидают, а сам лично ничего не хочет делать. Или другой, он приезжает, учился, не делает дават.
боится, что-то кто-то ему сделает. Ничего тебе никто не сделает, кроме того, что Аллах предписал. А если Аллах предписал, ты от этого никуда не убежишь. Умрешь по простой причине даже. Аллах любую причину может сделать, чтобы тебя забрать. То есть первая причина мусульман, болезнь мусульман, сердец, что мы боимся, кроме Аллаха, чего угодно. Боимся хукума, боимся родителей, боимся, что скажут джамааты в селах там или где-нибудь, боимся, что соседи скажут. Большинство родителей детей воспитывают, что скажут люди, если мы свадьбу как положено не сделаем харамно. Это трагедия. У Аллаха никто из них в голову не приходит, что, как разгневается Аллах на них за это. Это харам, за то, что женщины с мужчинами смешиваются. Там приходят, самые красивые одежду одевают, самые открытые одежду одевают, включают музыку, и танцы, и спиртное. Только иблис и шайтан там просто с вами, они радуются от этого маджлису. И первый же день этого сына или дочери харами. Основа семьи в хараме. В грязи, и в грехах, и в хараме. А что вы ожидаете конец этой семьи? Или детей от этой семьи? Которые были пьяны и даже не помнят, как никах читали. Кто читал никах? Как это все было? Я меня спрашиваю, они даже не могут объяснить. Тех имамов, которые читают таким людям никах, которые не знают, что такое шахада. Заходит отец и говорит, скажи ему, скажи шахада. Он даже не знает, что такое шахада. Вот это мусульмане. Вот этот отец читает этому дочери никах тоже. Это в лучшем случае. А так и без никаха тоже живут целые села, которые вообще без никаха ЗАГСы делают и вообще зина живут. Мне такие села сказали, есть которые. И раньше были, и сейчас тоже есть. Нас Аллах аль-Афи. Людей боятся больше, чем Аллах. Вот в чем наша проблема. Мнение людей больше Аллаха боятся. Если люди не видят, то можно что попало делать. Вот наша позиция, вот наш иман, вот наша акида. Если мы вот такие, субхан Аллах, когда Аллах нам победу даст? То, что именно хукумат боятся, или людей боятся. Хукумат – это люди. Люди из нас. Наши родственники, там дальние, близкие. Это наши люди. Их тоже, то, что тебя постигает, их тоже постигает. Они тоже болеют, они тоже боятся. Как сказал Аллах про кафиров. Они говорят, им больно так же, как и вам больно. Только вы надеетесь на Аллаха, они не надеются на Аллаха. У нас есть преимущество наоборот. Но ее нет у нас, когда мы не верим в Аллах, должным образом. И Аллах в Коране говорит, «Валлаху ахакку ан яхшав». Аллах больше достоин, чтобы его боялись. Потому что Аллах намного могущественнее над тобой, и Он может решать твою жизнь, твою ахира, дунья и ахира. Просто в наших сердцах эта акида, она не пропиталась. Она не находится в этом сердце. Это на языке находится. Когда человек понимает это должным образом, помните Ибн Масуд, радиаллаху анху, он самый меньший, чем вот любой из вас. Маленький вот такой был, худой. Ветер уносил его, когда сильный ветер дул. Но он, когда мусульмане боялись перед Каабой, намаз читают, Коран читают, он шел туда и читал Коран. Его били, он все равно читал Коран до конца. И он второй день, когда сподвижники говорят, зачем тебе это надо, успокаивай, он говорит, второй день, хочешь, я Расулаллах еще раз пойду читать. Аллах, он Аллаха боялся. И не боялся людей. Они были все сильнее его. Но он был иманом сильнее их. И он их победил. Потому что он не боялся никого. Также часто возникает тема. У мусульман только в одном исламской стране находится 40 тысяч медресе. 40 тысяч медресе. У нас Ахлю Сунна 4 медресе нет. 4 медресе. 40 тысяч раз отстаем от них. И пока у нас не будут дети в исламе воспитываться, нам победы тоже вообще ждать близко даже не надо. Надо нам новое поколение, которое на единобожие воспиталось, их вырастет. Пока это поколение здесь не будет, вот полумуахиды, полутрадиционные, полуджахили, полуахлюсуна, на этих людей Аллах победу не даст. Хотя бы наших детей нельзя потерять. И они говорят, если мы будем строить медресе, нам же не оставят их строить. У нас ее заберут, мечети у нас не оставляют. История Абраха. Помните историю про слона, который хотел Каабу разрушить? Почти все ее знают. Это Абраха.
построил у себя там такой же как бы Каабу, дом для поклонения, и решил людей к себе перевернуть, то есть карту на их сторону. То есть хочет, чтобы люди приходили к нему на хадж, на ибадат и Мекку оставили. Чтобы это оставить, нужно разрушить Каабу. Он собрал войско, впереди поставил слона Махмуд и шел к этому Каабе. По дороге он грабил народы, убивал войска, какие-то там вот калмы, племен. И когда дошел до Мекки, он по дороге стадо верблюдов Абдул-Муталиба, дедушки посланника Аллаха, тоже захватил, чтобы покушать на войско. Абдул-Муталиб вышел на встречу к нему. И нашел, кто будет ему переводить, и сказал, вот один из руководителей, предводителей мекинцев пришел к тебе, он хочет с тобой встретиться. Когда он зашел к нему, Абраха увидел в нем величие и начал, на самом деле, стал уважать его. В нем это в лице его гайба было. И он встал, посадил его рядом со мной, с собой и говорит, что тебе нужно? Просто Аллах сделал в его сердце уважение к этому человеку. Ты зачем, говорит, пришел? Он говорит, я пришел за своими верблюдами. Абраха засмеялся. Он говорит, я думал, ты на самом деле серьезный человек, зашел, хочешь за Мекку там защищать свой город, а ты мне за какие-то верблюды говоришь. И Абдул-Муталиб говорит, верблюдов хозяин я, а вот Каабе хозяин Аллах, и он его будет оберегать. Мы знали по истории, что Аллах его оберегал, и не смог он дойти до этой Каабы. Это дом Аллаха же. Аллах же это дом, как и Кааба. Вот ее тоже Господь будет охранять. И другой, который построим, у него тоже есть свой Господь. Это дом Аллаха, и он его будет охранять. Это нам пример. Даже Абдул-Муталиб, будучи в ширке, он это знал. Мы единобожие, мы это не знаем. Какие мы единобожники? Когда ты строишь дом Аллаха, это Аллаха дом, и он ее оберегает. Там единственное нужно документы, что-то там. Ну сделай это, ну и что? Ты же на своей земле зеленку делаешь, для своего дома документы делаешь, для своей машины делаешь документы. Для Аллаха дома тоже сделай. И ничего они тебе не сделают. И в медресе тоже надо документы собрать. Ну собери. Для любой другой сделки же ты собираешь эти документы. Для хаджа, для умры, визы делаешь. Это такая же процедура и все. А если боишься не остаться, это Аллаха дом. Аллах сам ее защищает. Аллах сам сделает причину, чтобы ее защитить. Это и называется, знай, сынок, что если люди и джинны соберутся, чтобы тебе навредить, не смогут они. Тем более дому Аллаха. Вот что у нас нету. Мы говорим единобожие. Где это единобожие проявляется в жизни? Это на словах же, чтобы поспорить там интернета с кем-то. А в жизни как ты это единобожие проявляешь? Также у нас вторая причина, которой у нас мусульман нету, и она должна быть у каждого мусульманина. Упование на Аллаха. Мусульмане и единобожники тоже. Вообще не знают, что такое упование на Аллаха. Все, кто на разборке идут, уповают на свою силу, на свой тухум, на свои связи в хукумате, на свои деньги, на свое оружие. Кто уповает на Аллаха? Должным образом. Аллах говорит, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Тот, кто уповает на Аллаха, говорит, он ему достаточен. В Аллахе достаточен. И также Аллах в Коране говорит, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Пусть на Аллаха уповают те, которые уповают. Не на свои дела, не на свою силу, не на свои связи. На Аллаха, он говорит. И в Аллахе любой слабый мусульманин в теле, но он, который истинный в сердце, который уповает на Аллаха, он сильнее любого сильного человека. Если он на истине. Если он за хак. Аллах им обязательно помогает. Просто надо уметь уповать. Вот этого у нас нет. Не то, что у простого мусульмана нет, у знающих людей даже нет. Они тоже, одним братьям говорим, знающим, выходите делать дават, нам нужна помощь. Они говорят, а ты берешь на себя безопасность? Маша Аллах. Я могу подписать тебе, сколько жить или не жить? Где таваккаль на Аллах? Если таваккаль на Аллаха делаешь и делаешь дават, есть другая часть больных людей. А почему его еще не убивают? Может быть, у него есть какие-то там... Субхан Аллах. Субхан Аллах.
Умар ибн Хаттаб, ради Аллаха, он был правителем мусульман. Он посылает Халида на огромное войско. И Халид, он готов дать столько, сколько ему нужно войска. Он говорит, дай мне несколько сотен. Он говорит, Умар, ты не осилишь там сотни тысяч войск. Он говорит, мне хватит несколько сотен. Знаешь, почему Халид так говорит? Халид на самом деле был хорошим предводителем мусульман. Он был полководцем сильным. Ну, победа, он знал, что победа от Аллаха. А причина, может быть, 500 человек тоже сделать. Он в Аллахе 100%, 200% верил, что это победа от Аллаха. И поэтому там количество там, войска он особо не смотрел на это. 500, там, 5 тысяч, там, 50 тысяч, разницы нет. Наоборот, больше, чем войска, там больше грешников будет. И из-за этих грешников Аллах победу не даст. А 500 можно за ним проконтролировать. Вот в чем проблема. У нас много нас, Ахлю Сунна, у нас грешников много. Среди нас очень много грешников. Есть, которые анаши даже курят. Есть, которые сигареты курят. Есть какие-то таблетки пьют. Называют себя Ахлю Сунна. Мусульманы называют. Субхан Аллах. Те, которые общаются с девушками, вообще ничего не говорят. Это же наши болезни. Вот если пока мы так будем, когда Аллах нам победу даст? Не даст он нам победу. Им сподвижникам он давал, потому что они постоянно на таубу были. Постоянно они поклонялись Аллаху и не грешили. Поэтому там горстка мусульман, они могли просто нападать на кафира, они разбегались. Это сила имана. Это основная сила мусульманина. И чем больше мы грешим, тем меньше у нас силы. И в Аллахе у нас каждому эта проблема есть. И каждый свои грехи знает. И пусть каждый себя исправляет. Посланник Аллаха сказал, также таваккаль, не то что в страхе, таваккаль тоже в ризике тоже бывает. Большинство думают, если им стабильной зарплаты нету, то они не могут прокормить свою семью, боятся жениться, боятся уехать учиться. Субхан Аллах, в Аллахе, основном самые большие ученые, которые на этом свете были, имамы, имам Шафии, будь это другие ученые, они все голодали на пути Аллаха. Некоторые из них траву кушали, листья кушали. Они все прошли эти тяжелые времена. Как любой молодожен проходит эти тяжелые времена, когда у него нету за квартиры заплатить, когда у него нету памперсы купить деньги, когда жена просит там купить какие-то продукты, у него денег нету на самом деле. Даже до аренды денег нет. Эти все эти этапы прошли все лучшие люди нашей уммы. Начиная с Муси, алейхиссалям, Нуха и посланника Аллаха. Посланник Аллаха 3 года его изгнали из Мекки. Он же траву кушал, кожу там жевал от голода. Мы такое испытали? Близко не испытали. Чуть-чуть проблемы, мы уже начнем, как девочки, визжать уже, жаловаться. Почему нету этого, почему это не организовали? Жениться хочешь, брат? Есть у тебя потребность. Боишься грешить? Уповай на Аллах. В Аллахе Аллах тебя прокормит. Я же перед вами стою, я с голода не умер. У меня когда 4 жены было, я учился, мне $100 доход не было. В Аллахе не было. Месяц $100 доход. 4 жены у меня было. И я продержался. Не умер. Я не худой, не альхамдулилля, живой. Аллах кормит. В Аллахе кормит. И Аллах добавляет риска. Чем больше у тебя детей и жен, Аллах больше добавляет. И это мы знаем. Вообще видели в Дагестане одного человека, который от голода умер? Можете хоть одного человека привести, который от голода умер? Который дома кушать не был? Но все равно не верим. Верим в то, что в кармане. Уповаем на свой карман и на своих родителей. Но не на Аллаха. Вот в чем наша проблема. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, тот, кто уповает на Аллаха, хакка таваккуль, как положено, истинным таваккулом, я говорю, Аллах его прокормит, как птичку, которая с пустым животом улетает, к вечеру возвращается полным животом. Но птичка не знает, когда улетает, куда она долетит, откуда она пропитана возьмет. Ну, Аллах ему дает, альхамдулилля. И в Аллахе он тоже так даст. В Аллахе даст. Он не может не дать. Потому что, когда ты еще 4 месяца в утробе матери был, он тебе предписал уже твой риск, который ты будешь кушать. И пока ты его не скушаешь, ты не умрешь. Все хотят безопасность, все хотят готовый стабильный доход. Вот тогда они будут на пути Аллаха работать, тогда они будут жить и жениться, и плодиться. Машаллах. Тогда и любой кафир это тоже сделает. А чем ты от кафира отличаешься? Большинство мусульман... У нас, большинство мусульман, проблема. Хуббу дунья ва карахиятуль маут. Мы очень сильно любим дунья. Очень сильно любим дунья, моду любим, красиво одеваться любим, деньги любим.
Мы за это и работаем, и трудимся с утра до ночи. А когда к смерти надо готовиться, к ахире надо готовиться, скажи кто-нибудь из вас, который в неделю один день на пути Аллаха тратит. 1% не найдется. Который говорит, 6 дней я для себя, для дуни работаю, один день я ради Аллаха работаю. Выхожу помогать вдовам, сиротам, настройки медресе, мечети, что бы ни было, выровнять дорогу, помогать мусульманам. Есть такой человек, который один день ради Аллаха, чтобы подготовиться к смерти, тратит. Очень мало людей таких. У Аллаха очень мало. И каждый просто за себя говорит. Очень мало, брат. Это наша одна из болезней. Помните, посланник Аллаха салам, говорит, перед судним днем на вас соберутся уммати, страны, люди, народы, и будут у вас как шакалы и гиены собираются на мясо, друг друга вас терзать будут. Вот нас так и терзают. И в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, и на Кавказе, везде. Почему я Расул Аллах? Амин киллятин, я умайдин, я Расул Аллах. За то, что мы, нас мало, я Расул Аллах. Нет, у нас много. Почти 1.5 миллиарда. И хадис тоже все знают. Потом, мы говорим, как пена, как мусор на воде, который собирается. Вода ее несет. Нас несут, за нас решают. За нас решают и НАТО, и кто угодно, только не мусульмане. Только не исламские страны. И когда на мировом уровне что-то решать, никто у мусульман не спрашивает. И не в двадцатке, и не в тройке, и не в чем вообще. Почему? Потому что у нас есть в сердце болезнь, как сказал посланник Аллаха сам. Хуббу дунья, дунья любим. Ва карахьятуль маут, и не боимся смерти. Боимся смерти, не делаем дава, не призываем людей к единобожию. Нас боится, что проблему сделают. И дунья любим, бежим за дунья, на работу обратно, на работу обратно, на работу Аллаху. Ты же раб Аллаха. Что ты Аллаху делаешь? Что ты сделал за неделю, чтобы возвысить слово Аллах? Подумай, просто себе этот вопрос задай. Что ты сделал? Ты распространил книги, диски, сделал насиха своему родственнику. Сидишь со своими детьми, воспитываешь их в исламе. Или ты ходишь на работу обратно, интернет, друзья, чай, хабар и все. У тебя нет времени на Аллах. Ты говоришь, я раб Аллаха, а у тебя на своего господина вообще времени нет. Попробуй купи себе раба, чтобы он тебе служил. А у него вообще времени нет на тебя, чтобы даже чашку чая принести. Какой ты раб Аллах? Ты же должен быть... Сподвижники чем отличались от нас? Они ждали аят с Корана, вот как вот приказ от предводителя. Аллах не спасал, все, слушаемся и повинуемся, и они делают. А у нас Коран для бараката, чтобы полки ставить, чтобы она пилилась. Или чтобы прочитать, чтобы сказать, прочитал я джуз. Или какой-то сурат уль-каф, и даже не задумался над аятами, дальше прошел. Может быть, ее мы 20 раз перечитали, ни разу не задумался над смыслом аятов. А от это и нас, от нас требуется. Ее могут и любой атеист прочитать, востоковед прочитать. Мы читаем ее с верой, чтобы делать по нему амал. И также праведные предки говорили, требуй дунья, говорит, вот ищи дунья, работай, деньги зарабатывай. Ровно столько, столько ты останешься в этой дунья. И также ахира требуй, тот свет, на том свете, который ты будешь, ровно столько, столько там побудешь. У нас наши традиционные родители говорят, дунья, говорит, требуй, говорит, как будто ты вообще не умрешь. И требуй ахира, как будто ты завтра умрешь. Правильно? Это известная такая поговорка. На самом деле, дунья на самом деле требует, как будто вообще не умрешь. А когда ахир вопрос касается, так, по ходу дела намаз там, когда у тебя время освободиться, раз-два, зарядку сделал, закончил. Еще с одолжения. Я же намаз читаю, машаллах. Некоторые сами намаз не читают, у меня бабушка намаз читает, говорит. И одолжение мусульманинам делает. Он вспоминает, что он мусульманин. Правило в Коране, которое Аллах сказал, чтобы лечение этой болезни. Аллах в Коране говорит, «Вабтаги фи ма атака Аллаху дара ахира». Посредством того, что Аллах тебе наделил, деньги, имущество, силы, здоровье, любой талант, который Аллах тебе дал, ум, разум, знания. Вабтаги фима атака Аллаху дар аль-ахира, Аллах говорит, ахира требует. Вот этот талант, имущество, здоровье Аллах тебе дал, чтобы ты себе подготовил запас на ахира, на судний день. И Аллах говорит, валя танса насыбака мне дунья. Часть своей дунья себе оставь тоже, чтобы ты с голоду не умер, чтобы тебе там имущество было. Не забывай свою долю с дунья, он говорит, а вот на основном требую ахира.
того, что Аллах тебе наделил. Если у нас хотя бы задом наперед, что мы дунья требуем, иногда не забываем ахира, тоже аль-хамдулля вот до этого дошли. Аль-хамдулля, что кто-то хотя бы вспоминает, что он умрет и может бисмилля на садака дать. Один день, недели, месяц, два-три дня на пути Аллаха потратить, поработать. Искать этих вдов и сирот, чтобы им там дома помогать. Их много, брат. Сирот 10 тысяч в Дагестане. Это катастрофа просто. И в Аллахе большинство из них, этих детей, их имущество бильбатль кушает. Их имущество воруют. Начиная с хукумата, кончая до их родственников. Их лишают их наследства. Их лишают их квартир, которые отцы оставили. Их дяди, которые Аллаха не боятся. Этим сиротам надо помогать. И Аллах 13 аятов в Коране не зря их не спасал. Чтобы мы их защищали. Чтобы мы их оберегали. Чтобы мы за ним ухаживали. И вот сейчас есть у братьев мусульман Ахлю Сунна фонды. Фонд «Надежда», фонд «Ансар». Чтобы мы могли туда деньги вложить и оттуда по спискам им помогать. Это все законно, и нам никто за это не запрещает это делать. У нас должен быть такой бейтулмал, где мы свои деньги бисмилля расходуем, чтобы оттуда она ушла и на мечети, и на медресе, и на сироты, и нужды мусульман. Если это не будет, то у нас на самом деле катастрофа будет среди общества мусульман. Одни сильно голодают, одни вообще ожиревшие. Вот это, если в таком положении обществе, Аллах нам победы никогда не даст. Помните хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахи не уверует тот, у кого сосед голодный, а он сыт и спит. Не уверует, а неуверующим Аллах не дает победу, субханаллах. Это еще одна болезнь. Последняя, один из самых последних болезней и очень распространенных, самый большой фитна, который после себя оставил посланник Аллаха, это женщины. У Аллаха очень большая фитна. Эти женщины, вот сейчас мы выходим, они, субханаллах, как на подиум вышли, оголили свое тело. И они, как сказал посланник Аллаха, они одетые, раздетые. Одетые, потому что на них какие-то тряпки есть. Раздетые, потому что их тело полностью можно описать. Они прозрачные, обрезанные. Куски просто материи на их телах. Я не знаю, у них или денег не хватает, чтобы закрыть этот аврат полностью, они, чтобы сэкономить это берут. Или это мода, на самом деле, это страшное положение. У них, у каждого есть и брат, и муж, и отец, и дедушка, и дядя. Или эти люди не мужчины. Я за ислам вообще ничего не говорю. Мусульманин вообще не может такое допустить. Он умрет просто, не выпустит такую девушку из дома. Я говорю, просто хотя бы мужское достоинство. Потому что Аллах в Коране это тоже отличил. Он говорит, среди мууминов есть мужчины, которые свои слова за свои слова отвечают. Свой договор, который Аллаху дан, он выполняет. Когда Аллах приказал в Коране, закрывайте свои красоты. Скажи Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, своим женам, своим дочерям, и женам, и дочерям мусульман, чтобы закрывали свои красоты. Это приказ от Аллаха. И если мы говорим, мы мусульмане, я на это тоже говорю, что она мусульманка. Ислам означает покорность. Где покорность Аллаху? Аллах приказывает, закрывай, а ты открываешь. Пока они не закроются, не оставляй ахи. Каждый день настигай. Каждый день насиха делай. Каждый день ругай. А ты как хочешь вообще? Что ты просто один раз сказал, и все, я сказал там. Это же твоя сестра, она в фитну мужчин, субханал, ввергает. Кто-то со своей женой выходит, он мусульманин, говорит, я соблюдаю, она вообще без хиджаба. Ты как с ней можешь выйти вообще? Не выпускай ее из дома. Если не соблюдаешь, сказал, отвези их своим родственникам, своим родителям. Пусть дома сидит там. Куллюкум ра'ин ва мас'улан ра'ияти. Вы этот хадис понимаете или нет? Каждый из вас пастор будет отвечать за свое пасторство. Как ты будешь завтра с утра не отвечать? Я ее попросил, она не послушала, что ли? Если не слушается, отвези ее домой к родителям. Пусть отец ее отвечает за нее, если он не воспитал ее в исламе. Если ты мужчина, если ты мусульманин, пусть одевается по исламу. Аллах нам стыд и позор. До сих пор просто полуголый. Сейчас вот потеплело, все разделись. Это же твоя честь. Из-за этой чести ты можешь жизнь отдать, и ты шахидом умираешь. Если она оголилась, нету чести. Потом начинаешь про халифат и про какие-то великие темы рассуждать. Свою сестру и жену не можешь одеть. Тем более дочку. Наши дочери, они растут. У нас здесь есть уже взрослые по 40 лет, которые братья.
у вас дочери растут, и они хотят замуж. И большинство из ваших дочерей сидят в интернетах, ищут себе мужей. Я знаю имамов и знающих людей, которые их дочери там сидят. Потому что они общались с каким-то братом, и они приходят, скажи ему, чтобы выдал замуж, он им выдает. Брат, или ты за ними следи и забери у них телефон и компьютер, или ты быстро выдавай замуж. 16 лет замуж выдавай. 14 лет девочки замуж просятся. Валлахи, 8-классные девочки замуж просятся. Это для вас они девочки, потому что на коленях твоих выросли. Для мужчин они обычных, она женщина. Она девушка, которая может замуж выйти. Побыстрее, как только к вам придет мусульманин, соблюдаешь, выдай ее замуж быстро. И так, что ты от себя гору снимаешь. Не тянет это. Они замуж не выходят. Каждый год, когда замуж не выходят, они сидят там, здесь, общаются, фитну делают. Они тебе улыбаются. Она говорит, я иду к тете, я иду к сестре, я иду к однокласснице. Она не знает, Аллах алам, где она. Ты последний узнаешь, отец. Брат, ты тоже последний узнаешь. Или выдавай ее замуж, или нормально контролируй за ней. Это фитна. И каждый брат мусульман хочет жениться. У каждого эта проблема есть. Кто-то на второй, кто-то на первый. И они все общаются. Есть общение, которое халяль, есть которое харам. Халяль, когда никак не надо ставить. И большинство родителей тянут. Тянут, потому что жена против. Жена не хочет, она хочет за родственника. Или там дедушка с бабушкой джахили, традиционные. Они хотят там, за ближайшего родственника видеть, богатого, красивого, хорошего, на хорошем машине. И пока она придет, он 3 раза, она уже 3-4 года будет грехи. И общаться с каким-то другим братом. Давайте будем реально этой жизнью жить. Это время очень большое фитна. Это время фитны. Раньше не было такого дождь, чтобы в селе, то, что в селе знали, дальше не знали. Сейчас телефоны, интернеты, все очень легко и доступно стало. Сейчас все, весь мир как одно село стало. Человек там за рубежом общается здесь, который, и она, он, вы признается там, годами общаются. Дочка выросла, видишь, она выросла, выдай за мусульман замуж. Только, как только придут свататься, выдавай замуж. Даже сам ищи ей мужа, достойного человека. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ига джааакум ман тардауна динаху ва хулукаху». Когда к вам придет человек, который вы довольны его религиозностью, его нравственностью, воспитанием, «Фазаввиджух», выдайте за него замуж. Это приказ от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Валлахи, большинство из этих отцов, которые считают себя ахлю сунна, по этому хадису не живут. Потому что мы когда на практике столкнулись с этим, они по традициям живут, по как угодно, но они хадис посланника Аллаха не слушают. Посланник Аллаха говорит, «Илля тафалу», если вы не сделаете, если не поступите, как сказал посланник Аллаха, не выйдете замуж за соблюдающего мусульманина. «Такун фитнатун фил арди ва фасадун арид», на земле будет фитна и большое нечестие. Вот же фитна. Что, куда еще больше фитны? Куда еще больше нечестия, которое распространено на земле? Куда не смотри фитна? Если так не сделаете, говорит посланник Аллах, будет фитна и фасад. Вот она тебе, фитна и фасад. И ты один из причин, который не выдал замуж свою дочку. Потому что она замужем, все, она закрыта, уже тема пропала. Пока не замужем, это горящий уголек, который может сжечь свой дом. Опозорить твой дом. И разгневать Аллаха на тебя и на нее. Но, к сожалению, решает жены. Это следующая тема, проблема нашего общества. Что жены правят нас в наших семьях. Нет разницы, ахлю сунна или не ахлю сунна. Мужчина за своих грехов, за то, что нормально свою семью не содержит, жена в базары ходит, жена ездит в Баку и там в Турцию за товаром, следит за магазинами, занимается бизнесом, и он, мужчина, теряет свою власть над семьей. И она сама решает, кого за кого, дочку выдать замуж, куда ей поехать, что ей купить на дом. Это вы просто потому, что свои обязанности выполняете. Это потому, что у вас мужское уже пропало. Аллах сказал в Коране, «Ар-риджалу каввамуна аля ниса». Мужчин я сделал над женщинами, правящими, и дал им дороже. Зачем дал? Чтобы ты был мужчина, и чтобы ты правил, а не чтобы жена командовала. Да, конечно, все в обществе, при людях, усы так себе делают, а я мужчина, там показывают. Это в жизни, когда мы с ними сталкиваемся, мы видим, что совсем наоборот все. Это для показуха перед мужчинами. А в жизни дома жена все командует. Некоторые мне сказали, аккуратно командуют, так, чтобы он даже не сам не заметил, что он делает то, что она хочет. Некоторые грубой формы. Попробуй там выдать. Она выйдет до того, который я скажу.
И он тоже голову склоняет. Аллах это есть. Это смешно. И на Кавказе думаем, а мужчины настоящие там. Нет этого. Больше половины у них дома матриархат. Скрытый и явный. Явный это, который полностью опустился человек, который вообще контроль потерял на себе. Скрытый это, который просто он из-за его грехи, которые жена знает, он хоть здесь нам притворяется, жена-то знает ее слабые места. Она по этим слабым местам, по почкам ему бьет, пока она не сдаст позиции. В конечном итоге он на самом деле, жена все решает. Вот ты идешь, сватаешься, вот нормальный мужчина, он голову склоняет. Он говорит, я сейчас посоветуюсь. Вроде он не против, посоветовался, уже жена отказ дала, он говорит, брат, не могу. Почему? Потому что жена против. Или мать джахилька, которая вообще не соблюдает ее, бабушка, тоже против. Они решают. Аллах, тебе сделал мужчина. Тебя сделал над этой семьей пастыря. Не надо на дедушку, на прадедушку перекидывать тему. Ты ее вали основной, и ты решаешь. Или не рожай детей, если за них не можешь отвечать. Если родил, отвечай за них. И следи за ними. И следи, с кем общаются. Какие номера у них в телефоне. Время от времени проверяй. Вот мы в медресе проверяем детей, которые эльму учат. У кого-то нас находим, которые под язык ставят. У кого-то телефон, у кого-то нож. За неделю-две они могут что-то такое затащить. Хотя мы следим за ним. Представь, если не следят. Представь, если у них телефоны, компьютеры полностью доступны. Что они будут творить? У нас у каждого это проблема, брат. У каждого это проблема. У каждого растут дети. Следите за детьми. Это за судный день Аллах за них спросит тебя. Также большинство и студентов, и тех шейхов старых, которые здесь, пытаются сделать довольными людей. Не Аллаха, а людей. И дают фатва, которые людям нравятся. Если тасбихи делают, слух, там как-то джамаат привык к этому, чтобы они были довольны, он тоже слух делает, хотя знает, что это не по сунне. Также, если там ходит университет, если там директор не пускает без хиджаба, хиджаб снимает. Для чего? Чтобы директора делать довольным? Или чтобы мать сделать довольным? Субханаллах, ты вообще для чего живешь, мусульманин? Чтобы Аллаха же довольным делать. Если чуть-чуть проблемы в школе, девочек хиджаб снимает. Чтобы школьного директора довольным сделать? Или хукумат довольным делать? Аллах приказал. И ты перед Аллахом будешь отвечать. А этот директор, сегодня директор, завтра его Аллах может снять. Может убить, уничтожить просто. Это твоя дочка, ты перед Аллахом за нее отвечаешь. Ни в коем случае даже не подумай снять с нее хиджаб. Если она школу не оставляет, забери домой, найми для нее учителей. Пусть на дом учится. И читать, писать, и хисаб знать хватает. Дальше что с этим математическим, этим, куда она идет? С этой физикой, химией. Чтобы суп сварить, ей химия нужна, да? Для чего нужна? Физика для чего нужна? Я, вернее, бомбу буду делать сюда. Ей научи хотя бы дочку готовить нормально, ухаживать за домом, хозяйство вести. Они большинство это не знают. Пока они там модницами ходят в школе, на каблуках. Они, мужчины на них женятся, они готовить нормально умеют. У нее в ванне грязно, у нее кухня грязна. Это ее первая обязанность. Научи ей чистоте, научи ей готовить, ухаживать за мужем, гладить одежду. Воспитывать детей. Вот ее первая обязанность. Они это не знают, но они знают каких-то модниц там, певцов, вообще все, что вообще ей не нужно. У них в голове мусор 90%. Потому что ты в школу отправил и контроль потерял над ней. Будете за него отвечать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман ардан наса бисахат Иллах». Тот, кто будет делать людей довольными, разгневывая Аллаха, сахат Аллаху алейхи, Аллах разгневается над ним. И сделает, чтобы люди тоже над ним разгневаются. Понимаете, что я говорю? Если будете людей довольным делать, разгневывая Аллаха, то есть снял с него хиджаб, оставил намаз, или я на работе, или на учебе, не могу на джума ходить. Джума это фарз. И любая учеба или работа, которая тебя отвлекает от фарза, тебе харам там работать. Зачем ты кушаешь? Зачем тебе эта зарплата, если ты даже Аллаху поклоняться не можешь? Ты хоть задумался над этим? Зачем тебе деньги, если ты не можешь кушать, чтобы просто ожиреть, что ли? Ты же Аллах тебя создал, чтобы поклоняться Аллаху. Эта работа отвлекает тебя от поклонения Аллаху. Оставь эту работу. Аллах тебе даст. Хоть иди подсобником, грузчиком работай. Халяль заработай, но поклоняйся Аллаху. Вот для этого ты создан. А не там учился, диплом заплатил большие суммы.
Отец устраивал на работу, тоже сотни тысяч потратил. Сейчас он эту работу не может оставить, видишь ли. Отец обидится. Надо отца довольным делать. Так же есть. Большинство же молодые отцы же покупают им эти дипломы, зачеты, экзамены, дают деньги. Потом эту должность тоже покупают. Потом к нему акида ислам приходит, и он не может оставить работу. Почему? Потому что отец обидится. Он же вложился в него. Он же оттуда должен вытащить сейчас. Вложение. И оставь эту работу, брат. Эта работа тебе харам, если ты не можешь читать намаз. Если там женщины, мужчины, ихтилят и бардак, тебе нельзя там работать. Иди грузчиком работай. Валлахи, миллион раз тебе учат. И судный день ты миллион раз пожалеешь, что ты там работал. Один день лишний остался там. Это наша жизнь. Вот вокруг до нас около вот этой проблемы есть. И постоянно эти вопросы приходят. Можно ли мне работать, я не могу. Нельзя, брат. Любая работа, любая дунья, вещь, которая тебя отвлекает от фарза, или тебя призывает к хараму, или участвовать в этом хараме, или молчать на этом хараме, нельзя тебе, брат. Оставь и уходи. وآخر دعوانا أن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Это часть наших болезней, нашего общества. Это, Аллах, очень маленькая часть этих проблем. Но это один из самых актуальных проблем, которые в наше время мы сейчас сталкиваемся в этом городе, и в этом Дагестане, и в России. Они похожи. Даже такие же примерно болезни у арабских стран тоже. Их эти несчастья, которые постигают, тоже за их грехи. И наши несчастья постигают за наши грехи. И, конечно, возникает вопрос, что нам делать? Как нам быть? И есть причины, по которым Аллах нас делает счастливыми в этом дуне и в ахира. То есть есть которые, причины и правила, которые будем соблюдать, и Аллах сделает нас, иншаллах, счастливыми и в дуне, и в ахира. Первая причина – и первая причина, по которой мы становимся умма сильной, и как личность, и как джамаа, это иман, вера в Аллаха. Аллах, тот, который истинным образом верит в Аллаха, Аллах им ничего не страшен. Он верит в Аллаха, у него крепкий иман. Он просто идет, ему на душе приятно. У него улыбка сама по себе на лице идет. Он делает благое дело, ему хорошо на душе. Он поклоняется Аллаху, получает удовольствие. И один из праведных предков наших, табиинов, говорил, если, говорит, знали бы эти ханы, которые строят дворцы, у них там наложницы, там все, что есть, дунья у них есть, знали бы то, на чем мы живем, говорит, они, говорит, мечами и войсками забирали бы нас это. Но они не могут забрать, это же в душе. Также один из ученых говорил, что с нами могут сделать враг, когда наше убийство – это шахада, это, субханал, вечный рай и довольство Аллаха. Если нас посадят, это халва, одиночество с Аллахом и поклонение Аллаху. И любое несчастье, если они будут наказывать за каждый удар, даже колючка, которая тебя колет, это твои грехи смывает. И это каждая кровь, которая пролита, в судный день ты говоришь, я, Раб, ради тебя это пролил. И запах миска тоже будет. И в Аллахе Аллах сделал во всем, что мусульман сталкивается, благо. Если Аллах дает ни'ма, альхамдулиллях, говорим, шукру делаем. И в этом нам добро, и Аллах за это нам как бы награду пишет. Если нас не постигает несчастье, сабру делаем, тоже награду пишет Аллах. В Аллахе мы в любом случае в хорошем положении. Только между этим ситуация вера. Надо просто уверовать в Аллаха. И в Аллахе в этом человеке уже внутри, в душе, он как сад. Он в этом саду находится. Во всем, что он делает, удовольствие получает. Просто здесь, после того, как уверовал, все дела Аллах по намерениям судит. Любую работу, которая на пути Аллаха, даже всю ту работу, которую ты делаешь, трудишься на стройке там где-нибудь, сделал намерение бисмилля, заработать деньги, чтобы содержать свою семью, тратить на пути Аллаха. Аллах, за каждый кирпич, за каждое то, что ты под вот этот проливал вот это на пути Аллаха, это тебе награда. Аллах и награда. И посланник Аллах заранее это нам сказал.
Просто ты свою работу делаешь, где бы ты ни работал, халяльную работу. С намерением содержать свою семью. И оттуда расходы на пути Аллаха. Это тебе награда, брат. И ты идешь на работу, как на джихад. Это просто вопрос веры и намерений. Верующие люди тоже делают, не намереваясь ради Аллаха. Они могут дать показухи тоже делать. Шайтан их обманывает. Это один из видов ширка, маленького ширка, показуха. И на Кавказе она очень сильно развита, эта показуха. Там, где тебя хвалят, там много садака. Там, где все видят, что ты даешь, там много садака. Там, где тайна, их редко бывает, кто делает. Даже один из мечетей традиционных мусульман, мы знаем, садака кто дает 100 рублей, 500 рублей, там начинает говорить, Патима, дочка Мухаммада, дала 100 рублей. Ахмад, сын Мухаммада, дал 200 рублей. И будем для него делать зикр и дуа, братья. Субханаллах. Если ты дал ради Аллаха, Аллах заметил и тебе наградит. И ангелы записали это. Если ты сказал, чтобы тебе микрофон сказали, ну сказали, ты дунья получил, что ты ахира хочешь. Видели хоть раз так, что посланник Аллаха делал хутбу и говорил, Умар ибн Хаттаб дал 2 дирхама. Ну смешно, в Аллахе смешно. Ну это в то же время просто плачевное положение. Чего превратили мечеть? Потому что люди только так дают, понимаешь? Ради Аллаха они дают. Если имя сказать, дают. Он хотел, чтобы он сказал, получил. Молодец. Ну, альхамдулля, в Аллахе, тоже вот пока мы вот на пути Аллаха какие-то вот работы делали, есть люди, которые в Аллахе дают миллионы, вот так, как 5 рублей, как рубль. И не хотят, чтобы их имя говорили. В Аллахе есть такие искренние, очень хорошие братья. И в Аллахе это есть надежда мусульман. Есть люди, которые говорят хак. И братья, которые здесь сидят. И другие братья хак говорят. И ради этого выходят и страдают. И готовы и сесть в тюрьму, и чтобы их убили. Есть люди, которые и зарабатывают и тратят на пути Аллаха. И за счет этого этот джамаат еще и держится. Я просто хочу, братья, чтобы вы сами тоже сделали намерение. Эти люди, которые это расходовали деньги, у них этих денег не было. Они тоже такие же, как вы были. Но они сделали твердое намерение, что если Аллах им даст, что он будет на пути Аллаха расходовать. И в Аллахе Аллах им дал. И не оттянул это, даже тот же год дал. И они расходовали на пути Аллаха. И поистине все дела по намерениям. И поистине Аллах, хадис Аль-Кудси говорит, «Ана инда ванни абди би». «Я такой, как подумает обо мне мой раб». Это правило в жизни, братья, запомните. В Аллахе это очень великая, сильная тайна, которая, если человек его постигает, понимает, у него жизнь просто сильно меняется. Ты хочешь жениться или какое-то дело начать? Не запускай голову мысли, у меня не получится, меня не оставят. Не, вообще не запускай. Даже 1% не запускай. Ты просто сделай ради Аллаха намерение, поставь цель, собери людей, которые тебе могут помочь, посоветуйся со специалистами, сделай причины и усердствуй в этом направлении. У Аллаха непременно Аллах тебе даст. Если Аллах дал фараону эту власть, если Аллах дал нашим современным людям 100-этажные здания построить кафирам, разве Аллах нам не даст какую-то цель ради Аллаха достигнуть? У Аллаха даст. Просто проблема в наших сердцах, у нас сомнения, и Аллах не любит, кто сомневается в нем. Представь, даже жена тебе скажет, я тебе сомневаюсь, что ты сможешь там поднять этот 16-килограммовый гиру. Задевает же честь? Или сомневаешь, что ты мужчина или не мужчина? Субханаллах, как задевает? А как ты можешь сомневаться, Аллах, что тебе поможет или нет? Когда Аллах, сила, она безгранична. Возможности безграничны. И ты говоришь, может, не получится. Аллах, и получится. Просто проблема у тебя вот здесь. Готов ли ты это принять? Готов ли ты это поверить хотя бы в это? От тебя больше ничего не требуется, чтобы ты поверил, что Аллах тебе даст это. Твердо повери. Если ты поверишь, что Аллах тебе таубу сделаешь искренне, и поверишь, что Аллах тебе простит грехи. Аллах тебе простит грехи. Аллах говорит, я такой, как ты обо мне подумал. Если ты грешишь и говоришь, Аллах мне и так не простит, дальше грешишь. Конечно, не простит Аллах тебе. Вопрос просто в этом сердце. Это иман мне сказал, это основной ключ. Ключ к счастью, вечной жизни и в этой дуне. Ну, конечно, когда человек уверовал, Аллах испытывает. И когда ты любую цель ставишь, Аллах тебя испытывает. Насколько крепко, сильно ты это хочешь. Начинает тебе какие-то проблемы посылать, дергает тебя. Если ты за это крепко держишься, Аллах тебя открывает. Открывает одно за другой. Только успевай ловить и хватать.
Это хадис, она достоверна. Это хадис Иль-Кудси, это слова Аллаха. Я такой, какой обо мне раб мой подумает. То есть, если ты подумал, что Аллах щедрый, Аллах щедрый. Подумает Аллах, типа, ты чуть с плечи не сделаешь, тебе даст. Аллах тебе даст, непременно даст. У Аллахи Аллах семь небеса, вот всю вселенную разорвать на куски легче, чем свое обещание испортить. Аллах никогда не портит свое обещание. Просто проблема в нас внутри, не допускай сомнения. Некоторые говорят, я хочу жениться, но родители могут мне не дать, там что. Вот уже где проблема. С самого начала ты с сомнением к этому подходишь. Наоборот, дадут, почему? Я буду делать дуа, я буду делать, отправлять людей, я буду делать причины, я буду вставать на кияму лейт. И буду последний третий час ночи, буду Аллаха просить. Когда Аллах будет спускаться на небеса, последние небеса, и говорит, есть кто попросит, я ему дам. Есть кто за грехи истихфар делает, я ему прошу. Это же хадис тоже достоверно. Если ты на самом деле хочешь жениться, брат, или хочешь заработать деньги, долги отдать, просыпайся, тахаджуд, перед утренним намазом, буквально за полчаса, подними руки к небу. Аллаху стыдно, когда раб его поднимает руки, просто без ничего это оставляет. Аллах обязательно тебе дает. Проблема в нас. Проблема в нас. Не времени. Как в одном шиире арабском говорят. Нуибу заманана валь айбу фина. Мы обвиняем время, говорят, а проблема нас самих. Не времени проблема. Время, она, часы, недели идут, как же, как всегда. Люди меняются, не время меняется. Время так же, часы, минуты идут. Валь айбу фина, говорят, нас проблема. У нас ценности поменялись, у нас иман ослабел. Мы с собой не занимаемся, своими семьями не занимаемся. Вот в чем проблема. И последнее. Аллах в Коране говорит. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. И после праведных предков наших пришли поколения أَضَاعُ الصَّلَاةَ, которые потеряли свой намаз. Потеряли намаз, некоторые полностью оставили намаз. Сказал, что у меня сердце хорошее, я никому плохого не делаю. Валлахи, они врут. Нехорошее у них сердце. Сердце, которое Аллах приказывает делать намаз, и он оставляет, это нехорошее сердце. Нет от него никакого добра. Оставили намаз. А некоторые ученые говорят, оставили намаз, мазмуну саля, то есть суть намаза. Поэтому, почему? Потому что Аллах говорит, инна салата танха анил фахша и валь мункар. Поистине намаз нас оберегает от больших и малых грехов. То есть она запрещает нам их делать. Только ты хочешь согрешить, почитал намаз, вспомнил про Аллаха и оставил этот грех. Если у тебя так не получается, у тебя намаз нет проблем, брат. То есть ты суть намаза потерял. Намаз в мечети потеряли. Мечети для чего строятся? Для чего мечети строятся? Чтобы читать в них намаз, правильно же? Они должны вот так заполняться, брат, на намазы. Это наша одна из проблем тоже. Это наши грехи и проблемы. Если посланник Аллаха Саусам время на джамаат человек не приходил, посланник, сподвижники говорили, это лицемер явный был. Кто в джамаат намаз не приходил, это явные лицемеры были. Там вообще сомнений не было. У нас это проблема, ахи. Вот это лицемерие у нас есть. Эти грехи в нас есть, брат. Поэтому Аллах победу не дает. У них на утро намаз, на обеде, на джума одинаково люди полны были. У нас только на джума приходят. Есть люди, которые только джума читают. Остальные намазы, как будто Аллах на них не возложил. Но остальные тоже фарз. Аллаху салла. Пришли поколения, Аллах говорит, которые потеряли свой намаз. Ваттабау шахават. Исследовали своим страстям, своим шахватам. Который вот он про нас говорит. Он про нас говорит, про наши страсти. Которые мы за своими страстями идем. Валлах, у каждого есть эти грехи и страсти. Фасауфа ялкауна гайя, Аллах говорит. Они увидят гай. Гай, это они, ученые говорят, это пропасть в аду, долина в аду, которой обитатели ада будут говорить, аузу билля от этого места. Вот эти люди, которые потеряли намаз, исследовали шахватом, судний день будут в этом месте, которые люди, обитатели ада будут говорить, аузу билля от этого места. И у нас, у каждого в семье есть такой человек. Среди родственников есть такой человек, который следует страстям, который не читает намаз. И в нас эта проблема частично есть, которая следует и, мы следуем и страстям, и нормально намаз вовремя не читаем, и в джамаате не читаем. Большинство из нас не понимает даже смысл фатихи, не знает по таджвиду ее читать. Место этих людей вон там, в этом месте гай называется. Поэтому последнее завещание, братья вам.
Держись за свою религию. Держись, как за угольки горячие, как тебе тяжело держать, но держи ее. Потому что ты здесь ее будешь держать очень мало, по сравнению с вечной жизнью, это секунды. Но если ты их упустишь, в судный день тебе в Аллахе ничего не поможет. Не поможет никакой тебе, ни вали. Только что ты сделал амал хорош. То, что ты здесь запас сумку поставил, вот это ты найдешь там. То, что ты в запас сумку не закинул, а в живот закинул, и где в крепости оставил после себя, в могилу ничего не возьмешь. В Аллахе ничего не возьмешь. Это твои наследники разберут. Может, тебе спасибо скажешь, может, не скажешь. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك حق جهاد في كل مكان اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اجعلنا ممن يعلي كلمتك يا رب العالمين اللهم تب علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله